Врага пытаются лепить из всех. Из всех, кто не готов слепо идти за этими западными элитами. Из кого угодно. Из Китайской Народной Республики. В определенных ситуациях, в определенный момент, и из Индии с той же пытались. Сейчас заигрывают, конечно, мы это прекрасно понимаем. Мы чувствуем и видим расклады в Азии. Да, все понятно. Но там индийское руководство, я хочу сказать, самостоятельное. Очень национально ориентированное. Я думаю, что вот эти попытки не имеют никакого смысла. Но, тем не менее, они продолжаются. Из арабского мира пытаются лепить врага. Тоже избирательно, ну, стараются действовать аккуратно. Но, тем не менее, в целом к этому все сводится.